В Усть-Каменогорске прошел творческий вечер известного дирижера Казахстана Жалгазбека Бегендикова под названием «Тугры биик дирижер». Концерт посвящен 70-летнему юбилею артиста. На сцене также выступили знаменитые творческие коллективы. Заслуженный артист Казахстана, дирижер Жалгазбек Бегендиков родился в 1953 году в селе Щетпе Мангыстауской области. В 1978 году окончил Казахстанскую национальную консерваторию. Он представил казахскую музыку таким странам, как Франция, Дания, Португалия, Швеция, Китай. Артист отметил, что очень рад воссоединиться с восточно-казахстанской публикой на праздновании своего 70-летия. Сегодня концерт, мой творческий вечер. В связи с юбилеем, мне 70. Выступает два больших коллектива – симфонический оркестр и оркестр национальных инструментов. С ними я готовлю программу и сейчас выхожу на сцену. На юбилей известного дирижера приехали и знаменитые артисты региона. И мы очень рады, что мы пригласили такого музыканта, такого уровня, который согласился поучаствовать в концерте нашем. Концерт будет серьезный, мы здесь задействовали все наши силы, будет симфонический оркестр играть, и камерный, и казахский оркестр. Это совместный такой эксперимент, который мы решили вот ради маэстро сделать. Так что концерт обещает быть таким очень интересным и очень разнообразным. Оркестр – это коллектив, а управлять им – задача дирижера. Жалгазбек Бегендиков более 40 лет с честью руководит коллективом. Вместе с талантливым музыкантом собралось большое количество людей, которые трудились в сложной сфере, требующей самоотверженности. Зрители не жалели аплодисментов, а это главная награда для артиста после кропотливого труда на сцене. Лейла Слямбекова, Дашан Мухаммедхалиди, Астанагатова, Алтай Ахпарат.